сколько уже несколько раз слышал, ты говоришь, не надо называться типа православными христианами, просто называйся и все. Смотри, ну, я, допустим, допускаю это еще несколько десятков лет назад, что тогда, допустим, у людей складывалось определенное мнение о христианах. Да, он там, неважно, там, кто он, баптист, там, православный, христианин, да христианин. Но сейчас, вот смотри, какое положение. Сегодня иеговисты даже стали называть себя христианами. Мормоны, саентологи, это уже вообще сатанинские секты. То есть они прославляют сатану. Это вот эта саентология, это мормоны, они... Это одна из ступеней масонства. Вот. И они тоже себя зовут христианами. Причем через них работает очень большое сегодня протестантских сект, большое количество. Вот. И назвать себя христианином я даже не знаю как. Но, по крайней мере, я такого не допустил на себе. Сейчас извратили. И православным тоже назвать тут надо... Как, я не знаю, я вот о беседах там, допустим, с сектантами, с свидетелями Иеговы, допустим, они начинают, да мы знаем, там православие, такие православные. А я говорю, да есть православные, а есть истинные православные. То есть, понимаешь, как? То есть тут уже вот столько всего понамешано стало, что и православие уже не в почете. Ну, каждый правильно, каждый для себя пусть выбирает, он... Ну, я не знаю, я вот берусь православным называться из-за того, что правильность веры. Вот тут только из-за этого, не имею в виду принадлежность там, к православной церкви, да, как таковой, московскому патриархату, там, например. Я православный, потому что я там поклоняюсь этому патриарху, как его называют, забыл. Я его забыл, как зовут. Как патриарха нашего зовут? Кирилл. Кирилл, да, патриарх Кирилл. А я православный из-за того, что правильно славлю Господа, и все. Вот так вот. Ну, не знаю, это какой-то выбор каждого. Я просто хотел сказать, что я не согласен с этим. Ну, я могу тебе ответить. Да, конечно, говорю. Я просто, как ты сейчас видишь, пытаешься уже в это слово, то есть ты не просто уже, а пытаешься его сразу определить, свое слово, что какой ты православный. Помимо того, что мы начинаем еще к православному добавлять истину, то есть ты теперь истинно православный христианин, так вот докатимся там вот как это, ваше высокое преощущение, да, на 10 строк. И мне кажется, проще вернуться к христианству, а там Господь сам рассудит. Вот. Хоть ты треснет, ты себя назвал православным, человек тебя слышит, вот видео там или еще что-то, у него сразу какое? Он тебя автоматически причислит к этим православным, которые, патриарху, о котором ты забыл, готовы все везде поцеловать и везде угодить, понимаешь? А я не хочу к ним, я у тебя хотел спросить, ты же посмотрел этот ролик-то про митрополита, который мечеть открывает, а обет Аллаху дает. Ну, ты хочешь таким православным? Я не хочу. Для меня мусульмане это еретики явные, потому что, я говорю, они тупо почитают Христа пророком, то есть человек к природе, и отрицают его божество. Все, это монофизитство осужденное, что-то в Советском Соборе. Что мне еще надо? Тут две крайности, кто как подумает, понимаешь. Вот. А другой человек, он столкнувшись с саентологией и увидев их сатанинскую веру, вот это, он подумает, что я такой христианин. Тут крайность, кто как подумает, это меня меньше всего волнует. Главное, как я себя называю. Так вот, видишь, ты себя так, а мне, честно, ты же понимаешь, что я искренним сердцем, а мне стало противно. Потому что я не хочу себя с этим православием ассоциировать. Потому что она мне хочется вместо права криво тебе все время поставлять. Если они себя криво переименуют, я начну православным называться. Если они назовутся РКЦ, Русская Кривославная Церковь, я останусь православным. А такая церковь мне православная не нужна, утонувшая в обряде. И с мусульманами, ожидающими, с иудеями своего мессии. Ну, пусть ждут. Я не буду с ними никого ждать. Мой мессия давно пришел.
все мне рассказал. Поэтому я понимаю смысл этого слова. Слово правильно, мне оно тоже нравилось. Но то, что в него вкладывают теперь, я не хочу перед каждым полчаса ему объяснять, а зачем, что я с этим зачем послаю. Что кто-то, я тебе говорю, в названии христианин тоже сейчас вкладывает много чего. Я согласен. Ну, не знаю, мне вот так кажется. Это ж не... ты знаешь, что они, я удивился, вот у меня были свидетели Иеговы зимой, они говорят, мы тоже называемся христианами. Yes. Я не знаю, это тоже, я думаю, знаешь, как этим всего лишь как обозначиваем свое место в жизни. А нужно ли это людям, да, слушать вот это наше? Мы не соблазняем ли этим на неправильный путь кого-то, знаешь? Мне кажется, нет. Я не вижу в этом ни кривославия, ни все, вообще никакой пользы. Вот честно тебе скажу. Все это, ты думаешь, ты говоришь, из этого коммерческий, а у нас не коммерческий проект, все это РФС. Да ты посмотри на одно это, Сколково там, или все это, что там творится-то. Все на потоке, на таком стоит. Это еще, я говорю, ты просто многих вещей, ну, может, что-то знаешь. Что это такое Сколково? Ну, вот эта фабрика там все это. Ой, Сколково это, да. Софрино. О, да, вот это. Где там свечка? Да. Софрино. Я про Софрино научу, знаю. И про, нет, и про внутреннюю политику, какие у них поборы, как все обязуют. Знаешь, там тогда кое-что рассказывал. Я просто не хочу трогать. Там такие деньги сливаются. Я просто представляю, какая там концентрация наверху. Там просто, наверное, в месяц пару триллионов поступает. Ну, фуры 20-тонные отъезжают там чуть ли не каждые 10 минут. Это тайны коммерческие. В отличие, скажем, от тайн советского прошлого. Но, как говорится, войны войнами, а обед по расписанию. Хотя потом снова в незримый духовный бой, которым есть своя наука побеждать, и часть которой – это деликатное сражение за клиента, с которыми работает заводской отдел сбыта, и от которого в конечном итоге зависит зарплата всего трудового коллектива художественно-производственного предприятия «Софрино». У нас работа невероятно интересная сама по себе. Она сложная, но очень интересная. Мы работаем с клиентами, с очень необычными людьми. Это люди не те, которые приходят просто в магазин в обычный покупать продукты или какую-то там мебель, а приходят люди продуманные, вдумчивые. Это священнослужители, продуманные, вдумчивые. У них же сбор от пяти тысяч до миллиона рублей с храма. Вот собор там. Вот наш Воронежский, я думаю, ну, не меньше пару миллионов туда. Не от 5, от 15. Я говорил священник, что от 15 тысяч. Да нет, у них официально вот это 4-400, по-моему, что ли. Ну, сейчас пошли. Они в епархии обязаны отвезти. Ну, это таких от самых, наверное, нищих, да? Ну, это просто минимум, что ты в епархии должен отвезти на эту сумму что-то купить. Ну, понятно, товар стоит копейки, то есть, по сути, это скажем. То есть, это производство со 100% сбытом, понимаешь? Это все это то, что побор просто выдают обязательно. Ты обязан выкупить на 5 тысяч товаров в месяц. Да, ну, все это проклято Богом давно, все это. Так я и говорю, поэтому тут, ты знаешь, ну, ты сейчас так говоришь, ну, прими меня со смирением. Мне что-то хочется от этого отмыться. Ты так говоришь, я ни в коем случае тебя... Ну, от начала такие православные не были, правильно? Да, какие-нибудь там были, одному Богу известно. Ну. Это сейчас может сколько угодно, и князь Владимир выхораживает, там что-то приписывать, были все покрывать. А что там было, кто знает. Ведь были христиане, ну, уже здесь от первого века были христиане. Считают, что Андрей Первозванный сейчас отошел. Еще лет здесь были. У нас остались даже хроники, понимаешь, 150-летней, там, 100-летней давности, какими люди были раньше. Ты только на лица на их смотри, людей, и там все понятно. Какие люди были трудолюбивые и прочее. Ну, лица просто, глаза такие благочестивые. Там эти глаза не могут обманывать или что-то против Бога устраивать. Я не верю, что раньше такие... Мы же видим, насколько это умножается беззаконие с каждым годом. Вот, значит, было когда-то гораздо... Как у кого это? У Екклесиаст говорит, что... Я не помню, кто же сказал, что... Ничего нового нет под солнцем. Так я тебе говорю, Лёва.
А ты почему все время вот там 100 лет назад посмотришь? Нет. Он сказал, и мои предки то же самое будут видеть. Это не мои правда. Предки видели то же самое, я видел, и мои дети, и их дети будут видеть тоже, и то же самую жизнь проживут, с теми же самыми искушениями. Это неправда. Это выклясятся. Такого не было никогда, чтобы дети предали своих родителей на смерть, что мы сейчас видим, что начинается, ребенок начинает главенствовать над родителями. То есть мнение ребенка сейчас в суде более учитывается, чем родителей. Такого в мире никогда не было. Чтобы женщины в открытую голыми ходили по улицам, были блудницы там какие-то, да, правильно? А чтобы путаны сегодня все были распутные женщины, такого не было, чтобы голые ходили. Мы сегодня видим, совершенно сбывается то, чего не было никогда в мире. А такое, а это описывается как раз в Ветхом Завете, за что погубил. То есть без числа умножилось вот это беззаконие в людях, за что Господь землю, потоп навел на землю. Вот тогда такое было. И сегодня такое. Нет, но это было допотопное. А в Библии написано, что гораздо превзошли наше беззаконие, превзойдет то, что было. Ну да. Нет, я с тобой, знаешь, как, я не спорю, я просто, ты как-то, мне кажется, может, я тебя немножко неправильно понимаю, но да, мне кажется, ты все время, если ты в общем, я же согласен, ну, хотя Христа-то убили, куда еще выше-то? А это не мера беззакония. Если в человеке не было греха, и его не просто там послали подальше или его убили, ты уже знаешь, что... И пророков, и подобных ему убивали. Так я говорю, ну, а уж про Христа чего говорить? Поэтому я читал отцов, это же две одинаковые планки. Вот от начала до Христа, и опять от Христа, опять вот он свет, да, вот. Могла бы закваска пойти, ему могли рай на земле сделать. И Господь бы и так бы, как что воскресенье, то кто он пришел судить, а то бы мир бы, тварь дождалась бы откровения сынов Божьих. И действительно, рай бы все бы воскресли, тут кто-то изменился только в рай, а мы только на суд изменим, потому что дойдем до беззакония. Вот, и отца эти два периода сравнивают точно одинаково. Он говорит, какая разница, что тогда бы пришел Антихрист, уже тогда бы приняли, все же так ждали Мессию и ждут до сих пор. И сейчас просто Господь показал два уровня, что это одно и то же. Это две палки одной конца. Что принять Антихриста, что убить Христа, это же одно и то же. Значит, что тогда общество было готово, что сейчас. И были и тогда избранные Богородицы, там и святые, и в любом язычнике где-нибудь был хороший человек. И будет в конце. Я поэтому к этому... В массе, может, ты прав, да, то есть, хотя мы же видим, что всех потопил, кроме Ной, ничего себе. Там. Опять же, Содом и Гоморра, оказывается, два города было уничтожено, еще помнишь какой-то, он же не один Содом и Гоморра, а еще какой-то там написано, захватил. То есть, там, видимо, по кругу все это было. Сжег-то три, по-моему, города, написано в Писании. Какой-то еще там страдал. Они же увидели, Ной, что и там какой-то город тоже уничтожен. Огнем-то много уничтожил эту... Помпею уничтожил огнем тоже там этими. Ну, не знаю, что там, метеоритный дождь или что там было. Таких... Это мне как-то мазать по поколениям, не как я с тобой, не как и со всеми, кто так говорит. Не знаю. Я люблю как-то в частных случаях рассматривать. Видишь, был же и вот так. Тут не надо углубляться, тут посмотреть. Ну, я вспоминаю своих там дедов, прадедов, да, которых еще застал, я помню. Насколько благочестивы эти люди были. Я помню старых людей. И смотрю на сегодняшних бабушек, которые ходят в мини-юбках и в панталонах. Ну, согласен. Ну, просто в Содоме же тоже навряд ли там все благочестиво было. Люди, дошедшие до такого разврата и наглости. И дело в том, что они же не просто были гомосеками, да, они же были насильниками. Это очень важный момент. Это же звери. Всегда были и хорошие, и плохие, но тут, тут понимаешь, тут сама шкала возрастания вот этого беззакония и шкала добродетелей. Конечно, всегда были добродетельные и беззаконные люди, но шкала, насколько добро... Раньше, допустим, я вот смотрю за людьми, добродетель-то лучше была. Раньше, ты еще 30 лет назад в автобусе старикам место и беременным уступали. Сейчас это добродетели отсутствуют, понимаешь, сидят все и... Ну почему? Ну я же уступлю. Ты это увидишь, другое уступит. Нет, я тебе говорю, как за порядок, порядок какой. Ну я просто сам не знаю, я глазам не верю, что показывают. Ну, то есть, да. О чем люди сейчас говорят, такого-то, такого беззакония не было. Ну, я говорю, такая тема, как и для меня, не очень любимая.
Да, раньше, позже. Мне кажется, всегда были хорошие. Иначе бы христианство то же самое не дошло. Хотя я сам все время говорю, мы же прекрасно знаем откровение, что настанет всему конец. Но опять же мы знаем, что будет церковь, убежавшая в пустыню, да, облеченная в солнце. Ну, если всегда, как говорится, одинаково все было, если были все одинаковые люди, то и церковь не с чего было тогда созидать бы Богу. Конечно, он, может быть, десятки колен рождает, чтобы одного кого-то выделить там из этого числа. И причем непонятно, я вот одного знал у нас в районе, ну, в прошлом, где мы жили, в старом месте, вот, и там семья, в общем, муж с женой алкоголики, ну, темные, бутылки ходят, собирают, понимаешь, и пьют. А сын вырос там умница вообще, и в институт поступил там, и откуда берется такое? Почему? Я говорю, вот этого Дмитрия Ростовского «Жития» мне ж напряжно читать. У него все это было честивых родителей. Почему-то раньше первые «Жития», которые по-настоящему писали там про Мурина, никто не пытался скрыть, что он сам апостол себе свидетельствовал, церковь гнал, изверг, недостойный вообще не то что апостольство, человеком называться. А вот это когда начинает примазывать. Ну, если было хорошо, если были благочестивые там у Антония родители, никто не скрывает, что да, у него была христианская семья. Ну что, а у кого-то не было, что тут скрывать-то? Наоборот, какое увидеть, да, что человек из такой грязи таким светом просиял, что же, наоборот тебя, а то все прям, это же наоборот умоляет, а, ну он там был святой, ему было легко, а я-то, у меня такая судьба тяжелая. А были примеры, человек бы устыдился, да, вот тебе, что ты там, на святые хвалишь, что им легко было. А есть люди, которые с грязи поднялись. Хотел еще с тобой мысль поделиться, вчера услышал. Египетский-то это все, скифское, пустынническое, отцы тогда, ну, все же знают это пророчество, да, что-то вчера опять услышал, так мы с тобой-то за это, за дух там говорили, и что-то вспомнилось, это, ну, я услышал, помнишь, как они говорили, типа, а что мы сделали, отцы там, друг другу, говорят, ну, мы исполнили все заповеди, то есть, там, конечно, уровень жизни был нереально высокий, а что после нас сделают монахи там святые, ну, они половину исполнят нашу, а последние что? А они веру сохранят. И все, так это будет выше нашего в последние времена. Вот. Может, нам и правда. Уже за то, что мы хотя бы Христа проповедуем. Скоро все это... Вот что... У них вообще проблем нет. У мусульман с иудеями и с таким горе кривославными католиками, нет вообще, им только проблема одна у них, кость в горле, это Христос. Мусульманы от своего Аллаха, они все признают Иегова. Иегова, Аллах и кривославное православие, христианство наше так называемое, все. Им только Христа убрать и все. И Бог един, Бог все отлично. Этот Бог, все, и вот он вместе, вот его представитель на земле. Все. У них Христос будет посреди поперек горла все стоять. Почему нам... Я тебе наглядно ролик покажу, пришлю. Это Лапкин в Азербайджан приехал, его пригласил там мулла один. Вот, и пришли там три мусульманки. Ну, такие две благочестивые, они все в хиджабах там, вот, а одна так, в мирской одежде. И вот одна, ну, хорошая, они мне понравились, хорошие такие женщины, конечно, смиренные. Ну, и тем не менее, они разговаривают, а он, как бы, в своих беседах с мусульманами, он никогда не, он говорит, я не употребляю ни Аллах, ни этот пророк Мухаммед, ни Коран, трех слов не употребляю, вот. И он как бы начал доказывать жертву Христову им. Вот. И понимаешь, она же взмолилась, ее Самира зовут, эту азербайджанку. А на русском, говорит, там грамотная женщина, несколько языков знает все. И она аж взмолилась. Ну, Игнатий Тихонович, ну, дорогой, ну, у нас же все так близко. Ну, давайте уберем только, что он не умер, и все. Давайте вот только уберем, что Христос не воскрес. Понимаешь, она и говорит, это же такое, такая малость, что нас разделяет. Ты представляешь, вот, и она вот в десятку попала, вот это вот, то, что это малость, ты понимаешь, для них это малость, для нас это вера. Если Христос не умер, что наша вера? Ну, внутри христианство борется всегда с его крестом, типа на Мерседесе можешь туда въехать, а вне борется вообще с ним, естественно. Креста они не понимают вообще, это им вообще не поднять. Это для иудеев и всех внешних юродства есть, понимаешь, проповедь креста.
А внешние, они, это глубоко для них. Это для христианства внутри борьба. Внутри мы должны четко за крест стоять, душу положить свою, также проповедует этот крест своим жертвой. А внешне мы должны Христа четко, я говорю, если бы он вот этот митрополит, то если бы он им Христа проповедовал, да ради Бога, а ты что, Аллах, он обеты дает. Это не просто имя, это уже нарицательное имя. У нас Бог Христос, у нас не какой-то мифический Бог. У нас явно, у нас нарицательное имя, и у них нарицательно давно приобрело. А то, ой, там по-гречески начинают вот это замасливать, это по-арабски там Бог. Да это не по-арабски Бог, они в это вкладывают определенный смысл. Все, у них Аллах, у нас Христос. А вы безбожники вообще, как правильно про вас Брянчанинов сказал, кто не имеет сына, не имеет отца, тире безбожник, подвел Иоанна Богослова стих, очень чудно. Какой он верующий, какой он там... Кого? Он в сатану верует. Потому что Бог один Христос. А он верит в того Джабраила, которому во свете являлся. Вот и все. Это же больше того, они не так в Аллаха, как они. Ты же сам ролик делал. Пророк Мухаммед, у них сейчас выше Бога. Они сейчас, конечно, ставят Мухаммеда выше Аллаха. Аллах как бы приложение к Мухаммеду. Ну, это у них внутренняя проблема, как и у нас там святыми совсем. Да. Бог далеко, я вот поближе буду к Брахману, который правит Богом, который с ним на пол ноги, да, как на родном языке. То Бог страшно, Бог далеко. А я тебе еще, знаешь, что хотел рассказать? У меня там вот этот свет Христов, да, или кто-то там, общий товарищ наш, сказать, комментарий пишет, у кого-то там канал, там лапки на обличье. Ты знаешь, я вот живым примером хотел засвидетельствовать. Я думаю, дай-ка перейду, посмотрю, что там за канал у человека, он что-то пишет там тоже. Вижу канал, да, Лапкина. Ну, кто-то написал, что у него канал Лапкина, чуть не думал, ну, дай зайду посмотреть. Захожу, стал эти ролики смотреть. И вот опять, как всегда говорится, нам кажется, что мы хотим зло сделать, ну, или, может быть, а ты знаешь, меня так это к Лапкину подвинуло, все, что я прослушал. Я прям поразился. Он сделает и нарезочки чудные. И я так, то бы я где это вот часами там беседы, эти ролики. Я его канал не смотрю, потому что там с ума тоже сойдешь, и много вот этой бытовухи. Я и сам-то про себя хоть заснял там чуть-чуть, но опять для своих. Ну, а мне как-то его неинтересно. Мне и своя-то я. Ну, кто-то просил, я там выложил, вот и все. Вот. А так-то, конечно, там сутками кто будет смотреть. А вот она это нарезки сделала, а я так, знаете, ну и что, ну, Брянчанинова он там не принимает, смотришь. Ну, да я спокойно отношусь, это его личное дело. Но про Серафима Саровского, что в культ, правильно сказал, как и я всегда, если уже в культ начинает нести, да, зачем это? Сергий Радонежский, вот молодец. Я-то даже так не говорил, хотя я и говорю, какое? Ну, послал он этих монахов, вопреки 1500-летней истории. Я говорю, кто потом после этого хоть раз такое сделал? Значит, это нехорошо, значит, это не повторяется больше. Никто не благословлял монаха. И он правильно сказал, что его в запрет надо было за это отправить. Не святости лишать. А, или как он сказал, не в запрет? Ну да, он так и сказал, в запрет отправить. А правильно, он говорит, что это к нему? А, кстати, кто не знает, а почему его никто не отправил? Во-первых, брат чуть ли не патриарх. Ну тогда патриарх не был, он чуть ли не митрополитом был, да? Ты знаешь, нет? У него старший брат. Я не знаю. Не знаешь, у него старший брат в Москве заседал там на самом месте. Я знаю, у него младший брат был. Я, кстати, насчет младшего не знаю, старший точно. Ну, с ним в лес кто ушел, младший или старший? Старший, ну, старший-то вернулся старший... потом, так скажем. Ну, значит, я и перепутал. Так... Это, насколько я знаю, он старше. Может быть, я тоже, кстати, ошибаюсь, но, по-моему, старше. Я думаю, кажется, не младше. Ну, не важно, да, то есть у него брат была там шишка. Правой рукой митрополит. Это раз, кто бы его, конечно, посмел. И сам жизнь такая. А он правильно говорит, вот человек уходит опять. Ну что, заблуждаются святые, заблуждаются. Он так хорошо сказал. Ну, по-моему, запрет он сказал, надо было отправить. Ну, хотя бы это надо, по крайней мере, в корне убить, сказать, что это неверно. А то, я говорю, как Оригена, отправили с небес на землю. Да какого вы имеете? Больше такого в истории не было ни до, ни после. Значит, это неверное решение. Больше такого никто не делал. Какого вы? На нем выросли все каппадокийские отцы, Василий Великий и Григорий Низкий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, все на Оригене взросли, они все его своим учителем считали, все на него ссылались абсолютно. Ну да. Что, ну есть заблуждение, осудите заблуждение, как вы через 300 лет человек с небес на землю бат извергаете, у вас, вы что, там, вас Господь судом, что ли, божественным делил? На каком это основании? Это меня такие вещи поражают. И здесь то же самое. Конечно, Сергий Радонежский чудо. Ну и что? Ну ошибся. Надо быстренько сказать об этом, чтобы такого больше ни в коем случае не повторилось. И не повторилось Божьим промыслом. Никто больше на это не дерзал. Значит, это ошибка. Ошибка. А то 2000 лет такое не делается. Единичный случай выдаем за дом.
Потом что-то он там еще, я так послышал. Ну, как вот, вместе, с этим он что же обличает, ну не то что, а раскрывает как бы заблуждение, то, что Александра Невского превознесли тоже. Ну, вот это все, такой. Я согласен. Он же его сейчас называют Александр Невский святой, а он же когда раскаялся в своих вот этих походах, только тогда он принял монашество с именем Алексей, тогда его прославили. Его же прославили не когда он Александром был. Я помнишь, когда я Осипову кость вставляю в горло как бы заочно, хоть меня осуждают, да я бы в лицо сказал, почему не стыжусь, это как Антоний говорил, тут я уже не стесняюсь, вот я в лицо, если он слышит, потому что он перевирает, никогда не канонизировали, он говорит, ой, ну все святцы, посмотрите, нас войнами наполнены, какими войнами, которые бросали мечи в первые 3 века и принимали мученическую смерть, и потом такие, как Пахомий великий, которые бросали, оставляли службу, уходили и прозывались великими святыми, а не великими воинами, защищавшими Родину, ну зачем так людей заблуждение? Может, у него, конечно, совесть чиста, он так искренне верует. Но я что-то сомневаюсь, не знаю, как у него. Я бы хотел с ним, конечно, такой вопрос хоть лично. Прям я притыкаюсь на это. Хотя я у Алексея Ильича все равно очень люблю. Он очень много правильно говорит, хоть Т-3, тот же культ обличает там всегда из-за этого. Вот. Но вот вещь, на которую я не знаю, как ее принять даже со смирением. И то, что Лапкин это говорит, вот, пожалуйста, человек смело говорит, а говорит ты истину, ты говоришь, вот, кто да что хорошего-то? Это хорошо, что притыкаются, и должны притыкаться. Господь никакую армию не пропагандировал, отродясь. Я говорю, апостол не понимает на Тайной вечере. Он говорит ему, вот 2 меча. Он говорит, купи, возьми меч, продай. Да. Он ему говорит, о слове Божьем, то есть стяжи, иди. И когда он не понимает, он говорит, доволен. И когда на деле он достает меч и рубит ему ухо, он ему говорит, вложи, а ухо обратно антихристу прилепляет. Ян Богослов с Петром Исааковым, с братом, говорит, давай мы огонь снизведем. Он говорит, вы не того духа, я пришел спасать души, а не губить. То есть вот, он и делом показал, и научил. Ну что такое Евангелие? Что делал, чему учил, и что делал Христос. Все, он нас научил не губить души, ложить души свои. Все. Это я всегда смеюсь над этим, и знаешь, себя тоже подставляю под это. Вот я думаю, если бы сейчас нам Господь бы дал вот такие дары бы, да, там огонь с неба не сводить, чем бы сейчас натворили. Ну, вот, да. Нам ничего дать нельзя. Смирения нет, ни смирения, ни любви. Я говорю, через всемогущество Христа познаешь его смирение. Это познается именно вот это. Мы не способны, мы все время, вот нам бы, да, сейчас власть, мы бы их стали по струнке ставить. И этого туда, и этого сюда, ты здесь стой, ты здесь. Мы всех разводить достали, всех. А он этого не делал. Он все время бился в сердце. Через это познаешь смирение. Я говорю, кто хоть один царь, вот какой-то раб, мы тут не можем друг от друга снести. Знаешь, он может жизнь в секунду забрать. Все может забрать, свернуть все это. Я когда это где-то говорю, до меня это наконец-то, вот как пишешь, озарение, и все. И меня на всю переклинило, и все. Потому что я не понимал, что такое смирение. Ни одна религия не признает. Бог и любовь-то не признают. А смирение вообще невозможно принять. Я там Роме рассказал, мне вчера пишет. Человек с Украины, я, правда, только сейчас увидел, что он с Украины. 57 лет мужчине. Он мне пишет. Он, кстати, я сомневаюсь, что он мои ролики смотрел или еще что-то там. Потому что он 5 минут назад зашел. Ну, я не знаю, может, кто ссылку дал. Это в Одноклассниках. Дмитрий, ты собака или человек? Христос считает тебя псом? Я пишу, как Христос считает, так для меня и благо. А если Иисус через одну букву пишет, сатана, это тоже благо? Я пишу, он истина и Бог. Он мне опять, обыкновенно обрезанный жиденок. У Бога нет родословной. Причем Бога пишет с маленькой, хотя вроде как своего, наверное, Бог подразумевает. Он был, есть и будет. Потом чуть-чуть походя пишет, презренные жидовские рабы, вы так любите свое рабство, что за него с радостью умираете, каждому свое. Я вот Роме говорю, а у меня в сердце даже не зашевелилось ничего. Вот человек пишет, а у меня кроме любви к нему ничего нет. На данный момент, конечно, любви жалости. Представляешь, мужичку 57 лет, а что в его сердце, да. Душа находится? Да. Какая трагедия. Он же не о Христе захотел поговорить, уже личное оскорбление, значит, у него уже негатив ко мне придет. А, и этот,
Антоний Великий чудно сказал, клевещами на тебя загради молчание уста. Вот, поэтому я же просто не стал раздражать. Вот. И я поэтому, если он обратится, Господь его там приведет как-то, через год он обо мне вспомнит и напишет, я ему с радостью благовествую. Да и вот ты еще говоришь, правильно ли мы делаем, мы-то, видишь, по совету. Мне что-то сейчас немножко так открывается, что вот как отцы делали. Одно дело, ты ушел, ты можешь без совета сидеть в пещере, чисто на Бога надеяться. Но раз уж мы вот так открыты, общаемся, да, тут действительно тебе со стороны-то виднее людям, тебя обличают, тебе что-то говорят. Поэтому, конечно, мы точно должны посоветовать. Если мы открылись друг с другом, мы тогда должны советовать. Если ты заселся для себя, ты можешь и ни с кем не спрашивать. Что тебя спрашивают? Тебя человек знать не знает. Думать, что ему Господь, как люди к старцам ходить, что-то про тебя, да он тебе надо и лично откроет, если тебе про себя просто надо знать. А вот то, что мы уже такие вещи, как ты же, какие-то пытаемся определения там, искривления исправлять, то, конечно, мы должны это делать. А другое дело, что если мы с советом, мы соборным разумом это пытаемся. Я считаю, что мы церковным разумом пытаемся. Я, ты, Саша, Дима, Вова, мы все церковь. Мы все искренне жаждем Христа. Я вижу у вас чистое сердце во многих, да, с теми общаюсь. Вот ты мне сказал про это, почему я тебя спросил тоже с удовольствием это мнение про «Знай правду». И ты мне как сказал, что он все-таки не идет на то. Одиночек тоже. И я как-то, я даже уже что-то оставил. Там много у него потом в конце, они все длинные, кстати. У него тоже достаточно, по 20-30 минут. И я уже что-то отошел, не хочу слушать. И если так же он одиночка, что толку-то? Проповедник. Что-то мне кажется, там тоже духа маловато будет такого. Как ты шел, заклинил на книжке, вот сам как книжка. И все, сам как книжка, да. Движение. Я тоже слышу только веру, веру в Христа. Прими, прими, прими своего Спасителя. И все, одно и то же, одно и то же. А что это такое? А как это? Так ему и задавали, я не помню, тот вопрос там на канале ему задавал. Они же выходят на улицу, проповедуют, да? Ну, вот, а ему спрашивают, ну вот человек раз зацепился, да, он услышал твои слова, а дальше чего ему делать-то? Понимаешь, и все, а на этом он, дальше-то нет ничего. Прими вот Христа в сердце и все, и прими. А пока, как его принять-то? Не, я, кстати, я ширю, я не против ни церкви, ни то, что не против, это реальность. Я не могу быть против или не против. Я могу ее искажать сам или вносить туда добро. Я и есть церковь, я, ты. И ты каждый ее либо искажаешь своей святой жизнью, ты ее улучшаешь, гнилой жизнью, ты ее портишь. Вот и все. И так каждый из нас. Саша пошел сейчас по неправильному пути, он соблазняется и соблазняет. Ты идешь по правильному пути, ты спасаешься и спасаешься. Все. Мы церковь, мы организм, очень важно. А насколько ты хочешь завтра уйти в себя, да уйди. Мы будем за тебя молиться, ты за себя там. Ты хочешь чего-то, да, ты вышел, ну вернись в церковь. Конечно, я не против. Я просто вот этого формализма, три воскресенья пришел, да я хочу с собой побыть, я хочу с Богом побыть. Может, я год хочу один побыть. Кого это колышет? А мы все, нам надо, все, ты там не в церкви, а с Богом побыть, не надо человеку. Надо к этому проще относиться. Потому все это тоже прям рубит, ну, с плеча. Тут, видишь, еще тут, как если сказать так по-мирски, дело вкуса. Видишь, люди, некоторые, ну не знаю, насколько некоторые, по-моему, большинство людей любят какие-то ограничения, рамки. Это, знаешь, это животным вот ставят определенные какие-то барьеры, там, ребенку ставят, там, это самое, манежа называют, сюда сажают, и все, его в рамки посадили. Это, знаешь, младенец вот. Младенцы, по сути своей, они вот этой свободы, они как бы захлебываются. По-моему, у Осипова есть даже, чтобы младенство усмирить, им его пеленают. То есть туго закручивают, да, его, и все, и он тогда засыпает. Вот и многие люди, они не любят этой свободы, они любят вот эти пеленки. Они сами себя загоняют в рамки и нормально себя там чувствуют. Ну и пусть, а разве это плохо, если он любит? Нет, а я, кстати, я же свободу никому в голову тоже не пиваю. Мне просто радостно увидеть братьев свободных во Христе, вот и все. Это просто, не знаю, для меня это радость. Я такой просто и других радует. А кто хочет в яслях быть, да пожалуйста. Это дело лично каждого. Что? По земле ползать хочешь? Ну, прах во все дни своей жизни есть, да ешь. А может быть, они и правы. Господь же дал заповедь, что кому дано много, тому и они не лезут, они я вот в жизни много людей видел. Он, да зачем мне этого достаточно? Ну, да.
Это мы тут рвемся из кожи и лезем, надо что-то, нам надо узнавать что-то. А человеку другому не надо это совершенно. Он самодостаточен в своем понимании. Так за Господом шли, которые и ждали это всем сердцем, на самом деле, где-то внутри. И потом шли. А кому не надо, помнишь, что ему говорили? Иди, садись в свою лодку, забирай свои ученики. Че у тебя там все свои пожитки? Давай-ка от нашего берега. Нам и без тебя хорошо живется. Свинюшек тут наших куда-то утопили. Не-не, нам так и не надо. Так видишь, как я говорю, мы должны смотреть себе. Христос, Павел для нас, особенно для проповедников, очень чудно. Или как время апостолу говорит, иди, мы тебя в другой раз послушаем. Ну, да, так уважаю. Тоже перебор. Хотя самый всегда миф на мифе в этой Греции. Что-то их не устроило в этом мифе. Ну, то они любили мифы. Ну подожди, у них же, в принципе, то же самое, такие же сказки-то, по сути. Да, у них там каждый второй перевоплощался, Бог там воскрешал. Так а их возмутило что он воскрес, их вот что возмутило. Ну их возмутило, что это не миф, а он проповедует как истину. А, как истину, да. Что это истина, и вы все воскреснете, надо жить, и будет суд, значит, все будет. А они думали, сейчас есть, завтра, а завтра умрем. Ешьте, веселись, душа моя. Под это... Под хороший с поросенка миф послушал и хорошо, а то надо ничего себе от поросенка отказаться. У меня сегодня прям какой-то день. Стучаться ко мне какая-то новая группа из двух человек, которых я вообще никогда не видел. Группа? Два точно там, говоришь. А ничего, на беседу? Не знаю, было? Я не знакомый вообще. Ну, и что-то пишут, и звонят. Я зелененький не включаю, у меня, знаешь, как... У тебя связки, видишь, разговаривать можно это. А у меня, когда сильные боли, у меня связки не работают, и я говорить не могу, но тяжело. Вот. И это самое, я зеленый вообще отключаю, потому что нет возможности физической просто. Да, значит, как привычки отключить. А это самое, а сам себе все-таки я осуждаю потом. Это я вот тоже у Ивана Тихоновича тоже научился этому. А он ругается за то, что... Ну, там на своих, он говорит, зачем вы телефоны отключаете? И при этом рассказывает такую притчу интересную, знаешь, это был царь один, в общем. Значит, и он однажды, отходя на покой, там поспать днем отходил, вот, и наказал своему слуге, ты, говорит, кто бы, говорит, не приходил ко мне, вот, никого не пускай, все, скажи, князь спит, и все. И слуга, короче, к слуге, прибегает там из парламента какой-то, я не знаю, посланник, вот, и кричит, срочно князя там туда-то, там избирательная кампания, там, в общем, умер царь, надо сейчас вот один или другой прям решает с минуты на минуту. Вот, а он говорит, да князь не запретил пускать кого-либо, да это что тут события идут таких, вообще нет, запретил, понимаешь, а тот, ну, у него... Планы строил он стать этим царем, и, казалось бы, там все, ну, ему, в общем, посвящено все было, и за него и люди, и, видишь, и избрали того по причине того, что он запретил пускать себе кого-либо, вот, и он берет, как бы, вот это вот, и говорит, никогда не отключайте, если люди звонят, пусть звонят, даже если чем-то заняты, всегда отвечай, потому что неизвестно, кто с чем пришел к тебе, вот. И я как бы принимаю это, да, мало ли с чем человек, может, человек умирает и хочет сказать слово последнее какое-то, кто знает, что за человек, вот, а я отключаюсь. Так вот, я поэтому тоже, я не отключаю, и просто я отказываю, там, или сбрасываю, или пишу, вот сейчас мне уже 3 человека тут стучатся, я каждому писал позже, что-то срочное, нет, там, тогда попозже. А по поводу тоже думал, да я с тобой уж не хотел, я что-то от кресла отлипнуть не могу, заведую. Сижу, там, то с одним, то с этим, то делаю. Уж тоже уж холодный, тут 8, вот. И надо было, я еще вчера петрушку замочил, она ж тухнет в воде. И руки жесть, но думаю, надо хоть это ее, она вообще пропадет. Я там сорвал, она же выросла, надо срочно ее уже оприходовать, покрошить там, высушить, чтобы потом... Ну, сейчас посидел, но потом думал, нет, Сереге надо хотя бы точно позвонить, а с другими как получится. А там и Димка набивался, и Александр Владимирович опять звонил. Все тоже. Но я тоже сижу, думаю, надо со всеми, что это ты устал?
Устал, не умираешь, звони, общайся, и решай, да, что за подвиг. Но единственное, я говорю, тут же Серафимушку вчера слушал, все равно как раз там надо было с Мотовиловым, чтобы кусочек вырвать, сейчас услышишь, во второй беседе там тоже вставил. Вот. Но он же все-таки молчал, и среда, и пятница, и там очереди стояли. С Богом тоже надо быть, от всего. Да, сейчас может ажиотаж пойти, я уж думал, вот Алексей Ильича, представляешь, у него, конечно, популярность, только там по подписчикам можно понять, по 50 тысяч. Конечно, он вообще ушел в себя, у него нет никаких контактов, никогда не найдешь ни телефона, ни почты. Да. А как он будет с людьми? Все, он тогда целыми днями будет как старец. У него другой путь. У него путь вот лекционера, все, в одну сторону, там, ну вот максимум ответ на вопрос, все. Господь разных ставит, книжников, мудрецов, проповедников, пророков. Поэтому тут тоже. Ну, ты понимаешь, что ты становишься на этот путь. Вот Лапкин, смотри, Лапкин сидит, у него он по 16 часов, у него непрерывно идут письма, звонки, по 16 часов он не отходит вообще от компьютера. Он если поесть отбегает, то только бегом все. Нет, ну я-то к этому, ты же есть призвание человека, да я знаю, что есть. Я с детства такой, и с юности, у меня все работы с этими были, с людьми связаны. И я очень люблю людей, на самом деле. И мой путь как раз не лекционера, я больше люблю вот частную беседу. Я знаю, что от них с ума можно сходить, потому что когда я был, у меня было в подчинении по 500 человек. Я говорю, я приходилось и частно, и, как говорится, вот там, и в клубах все эти разносы делать. Это все непросто, но, не знаю, это у меня всегда так было. А другой вопрос, что это не просто, это крест. Кому-то кажется, что это там, да, вот. Нет, это в удовольствие 1-2, а потом с ума начинаешь сходить. Поэтому я сейчас, ну все, я буду, я жизнь живу, я не хочу больше никаких, я никаких правил себе уже больше не придумываю, там, среда, пятница, да, я буду жить как, сегодня так, завтра так. Может, я все-таки завтра брошу, все, уйду, Господь призовет. Прежде всего, для меня голос Божий, ум и сердце. Что он мне скажет, я то и сделаю. Скажет запереться, я запрусь. Причем, если я вот с иконами тебе говорю, Господь, если делает, то наверняка, я сейчас пытаюсь взять что-то, попробовать даже нарисовать. Понимаешь, у меня как руки отрубило. Я не могу вообще приступить к этому. И никакого желания даже, желания нет абсолютно. И так делает Бог. Сам-то я не могу. Я 8 лет, понимаешь, 8 лет по 16 часов. Вот глаза только продираю, и погнал я с этой мышкой там. Там... Да это кто горячий, мы все с горячностью делаем, нас куда ни кинь. Ну, мы все и так. Тут как раз и обрубило все вообще наглухо. Я говорю, Господь тебя, где, ты, твое дело делать всегда качественно и с полной с жертвой, то есть самопожертвовать. А куда, это не важно, он тебя может поменять службу. Ты должен прислушиваться, а иначе будешь против вражна переть. А по поводу этого, я вот Роме сказал, да я говорю, я к Игнату Тихоновичу с большим уважением отношусь и ко многим. Я говорю, мне горячие люди очень нравятся. Даже вот к Александру. Завтра Господь ему явится, как Павлу. Ну, Александр христианин. И все, и он станет самым рьяным проповедником Христа. Он горячий, его просто надо в нужное русло направить. Ну, мы что от себя можем, мы можем, но мы не можем, как Христос. Мы можем только показывать. А Господь, значит, попускает ему. Ну, конечно, мы должны тоже как-то что-то делать с этим. Я не знаю, что как-то же соблазняем. Нет, не знаю. Я считаю, что мы должны жить жизнью. А Господь сам управится. Должны алчить и жаждать всего абсолютно. И познание церкви, и познание веры, и проповеди. Тогда Господь будет нам открывать. Мы сами утешаться этим будем. Какая радость познавать истину. Вот открылась, да, и все это уже... У тебя уже сомнений нет, что вот так, вот так. Я говорю, вот не открылось, а то я на Павла тут прихуливал. Ну, я не прихуливал, я говорю, я это, видишь, видел, а получается, видел выскаженно. Причем говорю все правильно, а сам себя не слышу, вывод делаю не тот. Сам же говорю, что мне не нравилось, что он именно обсказнулся, сам на это говорю, а вывод делаю какой? Что он не поступил, как Христос, а он, получается, в действии поступил, но согрешил. В одном хорошо, то есть он не Бог, он, да, человек. Вот он. Но это как раз и хорошо. Нам в деяниях показано, как исполнялось Христово учение. Но он назвал священника стена подбеленная, да? А Христос назвал вы гробы окрашенные. Че ж, меньше, что ли, того? Нет, но Христос в обличении, а он в огневе 100%. Ну, так мне кажется, да? Может, должны рассматривать. Но все равно, тем не менее, назвать человека вот так или так. Нет, ну и тут же он сам себя обличил, видишь, я вот про что.
И мне не нравилось, что он на закон, а получается он молодец, он как бы сам, он говорит, я каюсь в этом. То есть он искренне рассказывал. Он, как я так понял, признал сам себе, его же никто за язык не тянул, покаяться-то в этом. Его уже не за это хотели разорвать, а за проповедь-то. А тут он сам себя, видишь, же предали все Писание. Мне кажется, вот я, может, я опять что-то не так вижу, но мне кажется, я вот так. А Христос же не каялся, я говорю, ни за что. Никогда не мог сказать, что я не то сделал. А он как бы сказал, вот тут я не то сделал. Вот я как бы. А я и хотел это, видишь, состыковать, что он согрешил именно и не покаялся. То есть он же, неправильно сделал. Же... Не поставил щеку, я это не уразумел. А он щеку это правильно подставил. А здесь он неправильно сделал, но уразумел сразу покаялся. Вот чудный нам образ. Я говорю, что мы согрешаем. Но есть грехник смерти. То есть он покаялся, да, все. Опять же, для меня вот сейчас такое, знаешь, прям это четко открылось. Вот ты говоришь, не каялся он, да? А вот представляешь, он был совершенный человек. Он опять же, почему не каялся? Потому что человек совершенный. Ну, я исповедую. Да я понял, я смоковец, я что-то опять поднимать не хочу. У нас, ну это можно потом, в следующий раз, что же я тоже, у меня уши устали. Мы что-то немножко недопонимаем о природе человека, вот мы с тобой, у нас, а под антропологией. Мы когда с тобой к понятийному аппарату придем, может, мы тогда и не будем там что-то недоумевать. Видишь, мы там под страстью, вот это у нас немножко какие-то разные понятия. Мне кажется, только поэтому. Я согласен, что мы, может быть, думаем духом об одном, ну, а... Ты часто, допустим, часто ты говоришь о том, что я... Вот я тебе сейчас тоже, ты говоришь, что-то там верит, что Господь над властью, над творением своим типа сотворил, и они там... Я смотри, что я имею в виду. Сейчас как... Смотри. Ну да, я тогда услышал, я перебью тебя на секундочку, я услышал, помнишь, когда ты про беременность сказал, я приткнулся, что как так? Ну вот, Господь, вот смотри, я тебе сейчас, я сейчас растолкую, что я имел в виду. Вот Господь, допустим, повесил землю, да, между полюсами. Вот, и она там крутится себе, допустим, он, Господь создал стихи, которые сами, ну, приводят в действие, да, вот, потом, что дальше, а также и с людьми, да, смотри, он кому дал заповеди, плодитесь и размножайтесь, он дал Адаму заповеди эти и Ною, то есть два раза заповедь была плодитесь и размножайтесь. Сегодня эта заповедь, она актуальна, вот когда миллиарды людей проклинают Господа и не спасаются. Сегодня благословляет Господь рождение, как ты думаешь? Конечно. А для чего, зачем, если люди не познают Бога, зачем это делается? Почему не познают? Ну, я, ты познаем, другие познают, рождаются новые души, а за нами еще новые. Каждое поколение переживало, что оно последнее, и вот все уже, конец света. Все плакали, святые, о своем поколении. А 6 миллиардов по одной России только, а если по стране, по всему миру брать, то это десятки миллиардов человек, нет, десятки миллионов человек в год. Да даже сотни миллионов в год убивают абортами. Ты понимаешь, разве это не в руках человека? Я думаю, Господь отдал, он властен над своим творением, над микром и макромиром, он имеет власть свою, но он отдал полную свободу, понимаешь? Разве Господь допустит миллионы младенцев убивать? Понимаешь, это наша власть. Нет, я ж тоже говорю, что он свобода, да? Но это полная свобода есть только у личности человека, у его вот этого «я», которое определяется. И даже ты будешь тело терзать, ты всегда можешь выбрать добро или зло, Бога или дьявола. Да? Это абсолютная свобода. Ее не может даже Бог нарушить. Все. Он тебя хоть будет терзать, хоть убивать, хоть все. Ты всегда самовластен. Все отцы так от Христа сказали, все. Ты абсолютно, ты личность, это троица в концовке, ты всегда абсолютно свободен. А уже на внешний почему? Господь как попускает, тут уже промыслы. Он над этим абсолютно властен, а уже как он этим промышляет. Ну, помнишь мне в Библии, я всегда очень яркий пример, как Господь остановил землю и крутил обратно. Я в это свято верю. И сделал достаточно, я говорю, за пустяка, мягко скажу. Знаешь, сколько он в момент управлял мирозданием? Это сколько надо было процессов, все вот это, все как машина, которая работала, как все говорят, планета это такой
чудный, там ученый с ума сходит, какой-то супер тонкий организм, не дай бог тут что-то мы тут там, оп, и все чуть ли не рухнет, вся биосистема. Господь спокойно Землю останавливает на полсуток, там, спокойно. Слышь, надо что, во что привести всю природу. Но он останавливает, но он же не стоит, не крутит эту Землю, ее, чтобы потом раз и остановить. Он просто подходит к своему творению и творит над ним, что хочет. А вот она открутится без его участия, она открутится. Как? И укрутится с его участием. Она крутится только потому, что Господь ее сейчас крутит. Ну, не руками, не дедушкой, конечно. А именно своим непознаваемым вот этой сущностью бытия. Все происходит только потому, что Господь о всем, вот, все, любая вещь. Вот. Ты как может происходить, как может миллиарды людей убивать подобное? В животном мире подобный ворон ворону глаз не выклюет. А люди убивают себе подобных, не давая рождаться. Господь допускает, да, чтобы мы познавали зло и добро. Да. А иначе, если он пресечет эту свободу человеческую, тогда ты будешь бестолковым животным, ты будешь знать зло и не сможешь выбрать, ты будешь сам несчастлив человек. И любви невозможно, где нет свободы. А еще хотел тебе тогда с тобой тоже поговорить, вопрос задать. А ты помнишь, что в второзаконе там что-то, кто типа вдарит жену, причем сознательно, по животу ей, типа, и забьет жену, что-то, типа, по-моему, так. Ну, сейчас я буду путать сознательно-бессознательно, со злом причинен. Если у нее будет выкидыш, ну, отдай ей там, сколько там, 10 сиклей, и отпусти с миром. Ничего, не особо-то Господь переживает за то, что мужик взял жене, выбил пузо, и все. Я, выбил. Смотри, еще с чем сравнивать. Ты помнишь? Просто скажи. Я помню, да. Вот смотри, Господь. А сатана, да, он его называют, как его отцы называли, обезьяна Бога, да, он пародирует, ну, Господа. Вот смотри, как он сказал, я создам там это, свой мир там и воседу, да, над ним царствует сатана. И вот смотри, он создает сегодня электронный мир, и познать Господа, ну, творение Господа мы можем вот как раз посредством вот этого создание Антихриста, то есть что, какую систему сегодня создает Антихрист. Вот. Я думаю, это подобие того творения Божьего. А мне кажется, это наоборот. Он же анти, он против. Он описывает систему, а Господь свободы хочет. Твоего свободного обращения к нему, признание. Нет, не система. Я тебе говорю, допустим, электронный тот же мир, мир компьютера. Вот в мире компьютера это же целое творение, я не знаю. Вот смотри, создаются там файлы, создаются. Создал один, вот он, допустим, Господь создал Адама, да, из Адама Еву сделал, они произвели третье дитя. Я вот сделал файл, да, я работал над ним, допустим, месяц, а потом бах, его могу каждую секунду создавать новый файл. Понимаешь, это копируется, тык-тык-тык-тык-тык, и, конечно, я знаю, сколько у меня там будет файлов, 1000 там, или миллион там этих файлов, я знаю, и то, что там содержится, содержание, но они-то могут копироваться уже посредством там такого простого. То есть мне не надо уже вмешиваться в природу этого файла, мне просто благословить его, и все, или отменить, удалить его. Вот сатана... Я на этом уровне, говорю, создает вот подобие того мира. Так насколько я знаю, отцы писали, что сатана ничего не создает, создает человек. А он только научает, чтобы мы все это во зло использовали. Ну, а все, что мы создаем, кстати, действительно мы по образу Божьему создаем. Вот мы как Троица, мы можем стать по образу Бога. Вы сыны Божьи, что не читали, да? То есть мы можем стать Христом, явить в себе Христа, то есть... Любовь, все. А то, что мы мир вот любим играть, это как Господь этот мир создал. И вот мы также, да, ты говоришь, себе подобного делаем вот эту машину, хотим ее кожей обтянуть еще и чувством, ее интеллектом, потом чувством наделить. То есть хотим создать себе подобного. Это прямо от нас, в нас божеская природа, нас так и прет. Создать себе подобного. Он нас создал по своему образу, подобие. Нам хочется по своему. Только как этот, помнишь, в собачьем сердце мне все время нравится отрывок, когда этот профессор-то. Я 5 лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал, уму непостижимо.
И спрашивается, зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам Шарикова, ешьте его с кашей. Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? А на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно? Филипп Филиппович... Нет, но не ведь... спорьте, пожалуйста, не возражайте, Иван Ильич. Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Ну, а практически что? Кто теперь перед нами? Кто? Исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим Чугункин. Две судимости. Алкоголизм. Все поделить. Хам и свинья. Как мудрая эта мысль, она мне вот хоть всем этим ученым там тоже, я не знаю. Любая баба может родить, а мы все создаем, это компьютер, хоть на нее кожу натянуть. Да ты пойди вон, да роди себе. Не, ну, цель, ты настоящий человек. Цель у людей, у ученых этих людей создать человека, сверхчеловека. Ну да, но мы-то знаем по святым, что мы можем стать сверхчеловеком. И так, чистотой разума, ты будешь, тебе природа покорится, будешь и по воде ходить, и не есть можешь. Все, что ты хочешь, можешь. Господь тебе, будь ты чисто сердце с умом. Господь тебе все даст уже здесь. Вкусишь, как он сказал, есть посреди вас, как и были святые, он их назвал образно, которые уже здесь вкусят. Которые в духе, как Серафим Саровский. Сверхчеловек не в том понимании, что он будет любить всех подряд, а сверхчеловек в том, что он завоевывать будет земли, покорять будет новые народы. Вот в чем их правители. Ну, у них, я говорю, противобожные, да. А у христианина знает, что он и так может быть все. Я говорю, он скажет Господу, и горай отсюда. Я верю, вот все опять притыкаются на этом слове, потому что не верят в это. Я говорю, какая у меня вера, что у меня там руки сейчас болят. Если Господь сказал, что если у тебя вера с горчичное зерцо, ты гору. Я слова Христа вообще к ним с большим благоговением отношусь. Вот во мне нету веры. Я тренируюсь на этой болячке все равно претерпеть. Хоть ты тресни. Как ты говоришь, про пакеты меня подколол, а я очень воспринял твой подкол очень глубоко. Это так. У меня вот зубы болели, тут стоял у меня водки чуть-чуть еще тогда. Не водки, а спирт я покупал там тоже. И вот когда эти... Ну, они сейчас, немножко, благо там чуть-чуть, видимо, закоксовывается, я так думаю, нерв. Но вот уже очень долго. Александр Анатольевич, по-моему, тогда мне в первой беседе говорил, ладно, что там, 3 дня поболит. Не знаю, уже вторую неделю. А неделя вообще была адская. И сейчас-то еще пока все от холодного, от горячего. Ну, уже я могу даже сюда, и да, попадает, я спокойно. Я... Вот. И вот водочки там был чуть-чуть. Я же понимал, что если я сейчас прополощу, он, наверное, чуть-чуть прижгет. И помахал. Ну, там грамм было, мне хватило на один день. Иду в магазин там майонезику купить. И думаю, дойти, купить, купить, не купить, купить, сам себя за шкибой разворачиваюсь и разворачиваюсь, не буду покупать. Если я что, водку не буду, если Господь сейчас приткнет мне. Я теперь твои пакеты запомню и. Не, ну я тебе на будущее, я тебе не то, что там обязываю делать это, а я тебе просто на будущее. Мне такое приятно облегчает. Послушай, я тебе просто хочу сказать то, что не надо полоскать, надо ватку смачиваешь и закладываешь дырку туда. Я знаю, я ничего не хочу делать. Я почитал. Не, я тебе на будущее опять... просто, если вдруг это... А я не буду этого делать. Я так и не купил, ни вот ничего. И вот это 2 недели терплю и рад уже. Если в следующий раз на речку пойду, у вас сланцы, пусть Господь сам рассудит. Ну а что, так и есть. Это моя вера. У меня маленькая жизнь, как ты говоришь, какая радость потом будет. Помнишь, как отцы говорят, отойди туда, вас славят. Хоть какая-то надежда, хоть как-то послужить. Вот и все. Ну ладно, все, братец, давай прощаться. Давай, с Богом, спокойной ночи. Ранний Христос.